Волгоград взбудоражило громкое и невероятно жестокое преступление. 49-летний мужчина изнасиловал 9-месячную девочку. Официально произошедшее никто из силовых служб не подтвердил. Малышка – дочь подруги насильника. Мужчина с женщиной устроили застолье. По неподтвержденной информации, в процессе 30-летняя волгоградка пошла за выпивкой в магазин. В это время педофил изнасиловал малышку. 9-месячный ребенок был доставлен в больницу с сильнейшим кровотечением. Лента новостей пестрит подробностями жизни матери малышки и ее друга-извращенца. Свое нелестное мнение о паре высказали и соседи 30-летней волгоградки, у которой уже 5 детей. В пресс-службе регионального следственного комитета телеканалу «Волгоград-1» комментировать происходящее отказались, ответив, что никакой информации по этому делу нет. Между тем, социальные сети пестрят гневными постами в адрес педофила. Просто посадить его в тюрьму и содержать за бюджетные деньги слишком мягко и несправедливо для такого преступника, уверены пользователи интернета. Даже слов нет. Деградация на фоне алкоголизма. Россия на 3-м месте в мире после Бразилии и Мексики по убийствам на 100 тысяч населения. 2 февраля 43 года свершилась победа над фашистами в нашем городе. А в 2019-м 49-летний совершает акт изнасилования над столь крошечным существом. Конечно, это ужасно.